Сейчас сцена в Доме культуры завода имени Орджоникидзе пустует. Совсем скоро на ней появятся артисты гала-концерта «Музыкальный ринг собирает друзей». Их номера дополнят танцевальные ансамбли ДК «Зио». 24 апреля гала-концерт проводили певцы из Подольска, которые участвовали в конкурсе «Музыкальный ринг» в разных годах. Они дарили зрителям известные и свои авторские, веселые и трогательные, спокойные, мелодичные и зажигательные песни. «Музыкальный ринг» — это конкурс талантливых и разноплановых артистов. В советские годы так называлась телевизионная программа, в которой певцы состязались друг с другом. После перестройки она перестала существовать. Руководство ДК «Зио» в 1998 году решило возродить «Музыкальный ринг» на подольской сцене. И мы еще на первом этаже там проводили, ну, между собойчиком. А потом мы уже стали открывать двери и подмосковные города. Вот вы можете увидеть Люберцы, Ногин, Тулы. Вот многие города у нас принимали участие. Сегодня те, кто принимал участие в первых конкурсах, профессионально занимаются музыкой, ездят по разным городам и выступают на лучших сценах страны. В гала-концерте 24 апреля принимал участие артист театра пародий и участник первого музыкального ринга в Подольске Андрей Балашов. Ты выходишь не то что соревноваться, а встретиться, показать свой голос. Ребята, которые приезжают, показывают свои голоса. И это не соревнование, это просто встреча разных городов. У нас, конечно, зрители в зале голосуют, они имеют право выбора, кто им больше нравится. Но, как правило, все гости, которые сидят в зале, как-то всегда приходят к обоюдному, ну, ничья. Ну, то есть, ну, потому что действительно и поддержать нужно своих, и поддержать нужно и гостей. Музыкальный ринг сближает артистов и дает толчок к совершенствованию своего мастерства. Конкурс состоит из трех этапов, на которых исполнителям необходимо соблюдать определенный жанр. Настоящий вокальный эксперимент проходит в Доме культуры ЗИО. И очень приятно видеть, что история прошла на твоих глазах. Вроде бы не такое большое количество времени, но ты видишь, как творческая личность развивается, как становление ее проходит. И очень тесные дружеские отношения со всеми певцами у нас в Доме культуры. На сцене вместе с певцами выступали ансамбль «Радуга», пары бально-спортивного танца и фольклорный ансамбль «Ленок». Зрители в полном восторге от увиденного. И меня всегда поражает, что все эти люди чем-то заняты. Они работают, они лечат, они учат. И как находят время для всего этого? Это просто восхитительно. Я не знаю, я испытываю всегда истинное удовольствие на таких мероприятиях. Профессионалы, несмотря на то, что вот у нас самодеятельность, молодцы. Огромное спасибо так держать, чтобы нас радовать, чтобы мы уходили вот такие удовлетворенные и понимали, что в нашей стране еще не все потеряно. Жизнь прекрасна и удивительна. Конкурс «Музыкальный ринг» проходит каждый год. Продемонстрировать свои таланты может любой желающий.